ребят, всем привет! Вы на канале Светлана Карпа. Из-за того, что у нас сейчас в стране война, мы были вынуждены переехать в другую страну. В данном случае мы в Румынии, город Сучава. И девочки взяли вот такое вот мороженое. Называется «Кошарик». Сейчас мы немного себе можем позволить, но где-то решили побаловать мороженое. Надеюсь, что эта ситуация изменится в нашей жизни. Но сидеть под бомбами было не вариант. Enjoy. Сидите строго. Thank you very much. Thank you very much. Кстати, вот такую одежду купили, потому что буквально по комплекту девочкам купили, потому что денег очень мало. И вещей мы с собой почти не взяли, поэтому нашли им такие вот недорогие костюмчики. Но они очень довольны. Да? Довольна? Приятного аппетита. Вкусно? Да. Очень вкусно. Пробуйте друг у дружки. Хотела вам показать, вот здесь готовят мороженое, еще здесь в Сучаве молят. Есть очень классная кафешка, здесь такая вообще фуд-зона и прикольные очень донаты. Таких в Украине никогда не видела. Смотрите, какая вкусняшка. Чизкейк, салатушек, конечно, сейчас не могу себе это все позволить. Я думаю, что в ближайшее время все изменится. Определиться, где жить и где работать. Счастье, такая вот интересная фуд-зона. Здесь такие вот салатики разные. Вообще мне в Румынии очень понравилось. Кстати, цена на продукты. Очень красивый интерьер. Здесь такой большой город. Красиво. Да, пиво можно попить. Видите, кто любит пиво. Ну, пончики вообще меня впечатлили. Очень классные пончики. Просто хочется скушать здесь и сейчас. Извините, если вы не кушали. У меня тоже такое же состояние. Кушать уже хочу.
но пока вот могу вам себе просто показать. Надеюсь, это все в ближайшее время поменяется, и мы скоро будем жить так же, как жили. Ладно, зарабатывая деньги. И возможности в жизни появятся гораздо больше. Для тех, кто сейчас в Украине, держитесь. Я с вами морально, всем сердцем. Но я выбрала путь немножко другой, я не могу оставаться под бомбами. Меня очень сильно сдают нервы и очень плохо себя чувствую, поэтому было принято решение. Сначала я думала остаться в стране, потом было принято решение, кстати, как эти у нас в Украине бананчики, кот, какой-то рыжий кот, да? Такие конфетки можно набирать. Я не знаю, поштучно это все на рынках. Вкусняшек всяких хватает, магазинов хватает. Есть много волонтеров, которые помогут бесплатно добраться в Румынию, забирают с границы Украины. Если вы решили выехать с Украины, вы можете доехать до границы. На границе людей кормят, я вам тоже покажу видео, мы тоже брали покушать, раскормили. Очень все здорово, цивилизованно. Конечно, вы будете готовы к тому, что жить придется пока на чемоданах, где вас разместят. Ну, в дальнейшем, если у вас есть желание, вы можете собраться на работу, оформить какие-то социальные выплаты от государств, вот, ну и продолжать жить, что-то делать. В крайнем случае, ну, не то что в крайнем случае, всегда есть возможность, я думаю, вернуться в Украину. Здесь. Не совсем здесь, я не знаю, где мы будем завтра, мы еще не решили. У нас это еще процесс. Вот. Мы знаем точно, что мы будем в самом лучшем месте. Ну, здесь вот такой вот салатик можно покушать. Такая фудзона. Есть кинотеатр Cinema City, созвучный, как в Киеве, KFC, Макдональдс, многие бренды, которые представлены в Украине, были в Киеве, здесь тоже представлены. Зоотовары все присутствуют, то есть можно. Единственное, осталось это найти крышу над головой, ну и заработать денег. Вот такая ситуация сейчас у нас. Не сидите строго. Буду чем-то делиться с вами. Но, честно говоря, настроение снимать и писать пока. Надеюсь, что оживу. Буду жить. Все, с вами была ваша Светлана Карпова. Всех люблю, обнимаю. Всем пока-пока. До скорых встреч.